Татьяна Салтыкова – инвалид первой группы. В 2015 году ей поставили диагноз рассеянный склероз, а 3 года назад она полностью лишилась речевой и двигательной функции. Женщина уже обращалась в нашу телекомпанию. В ноябре прошлого года Татьяна просила помощи в сборе средств для покупки голосообразующего аппарата. Тогда неравнодушные телезрители за сутки помогли собрать нужную сумму. Татьяна приобрела отечественный аппарат «Хронос АГ-2000». Однако не прошло и 2 месяцев, как он перестал работать. Никак. Ты не можешь. Куда не прикладывай, то есть он не работает, да? До аппарата Татьяна не говорила вообще. Теперь же, благодаря тренировкам, женщина может самостоятельно общаться с семьей. Правда, делать это все еще тяжело. В основном дети понимают ее благодаря чтению по губам. Пою песню. Стараюсь говорить. Врачи говорят, что полностью голос еще может вернуться. Для этого Татьяне нужно продолжить интенсивные тренировки. А пока ей рекомендуют приобрести зарубежный аппарат Трутон. На российском рынке он появился недавно и стоит около 67 тысяч рублей. Для семьи Татьяны эта сумма неподъемная, поэтому она просит вас о финансовой поддержке. Реквизиты банковского счета указаны на нашем сайте. Анжелика Степанова, Максим Либин, Новости НТР.